Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить третий Far Cry. Я для начала решил, собственно, во-первых, да, вот это все продать. Оленя продать. Второго оленя продать. Так, и мне нужно взять свою эту. Наконец-то. Да. Да. Так, ее поставить вместо вот этой снайперки. Пока с ней походим, посмотрим, как она. Чего 1040 у меня осталось. Так, теперь. А, ну больше мне пока ничего не дам. И пошли. Сегодня будем проходить испытание ракет. Но винтовка это у меня, судя по всему, я там в миссии уже пользовался, поэтому она у меня. Это. Как он называет? Не зачитывается про нее, короче, ничего, потому что там уже я уже прочитал. Ну да, я из нее стрелял. Не конкретно из нее, но из такой. На нее, по-моему, можно глушак повесить. На обычную. Ну прошу, может пострелять из всех, взял и эту. Собирать зеленые листочки, они мне нужны. Мне нужны зеленые и синие листы теперь. Правда, здесь будет, поскольку это рыбак, здесь будет написано типа мех, а не Робин Гуд. Ну, поехали. Убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. Самая большая, это 500 баксов за 325 очков. Ну, я опять же, я буду проходить, насколько пройдется. То есть я не буду подкрашивать голову без шума. То есть вот. Ой, я забыл, что я не карту. А хорошо, что я вкачал уже эти свои. Пока. Очень много тел, мужик, очень-очень много. За это хуя очков дали, на самом деле. Я никогда по станции все-таки не ходил. Но здесь у меня вкачан просто потому, что уже всякие умения и так далее. Эти бочки синее время дают дополнительно. Как скажешь? I'll make them pay for killing him. Я уже, по-моему, все, что надо, побил, но вот у меня нет. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Come out, come out, wherever you are. Да меня нету, я все. Сейчас будет больше? Нет, 75. Ну не важно, нормально, нормально. Хорошо, да, это хорошо. Да. Так. Мех. Так, отлично, поехали дальше. Эффектная засада. Ну я понял. Так, как мне до эффектной засады добираться? Подожди, а где они начинают помещаться? Хотя нет, их еще достаточно много. Так,
А мне вот лучше на нее, наверное, вот отсюда. Заодно потом посмотрим ту верхнюю, которую... То есть надо как-то вот так вот, чтобы все... Хотя там наводишь на нее, там написано, проходил ты, не проходил. Так. Каждый раз какое-то там тебе дают новое оружие. Как мне... Ага. Краснобар. Ты чихнул? Вот так. Вот. Денежки мне всегда нужны, поэтому, по крайней мере, пока точно. И синих листочков сейчас надо набрать. Где-то я тут под мостом видел. Голубых. Синие, голубые, какая разница? Я про листы, если что. Я могу долго задерживать дыхание, это да. Так, а тут что за испытание, я уже не помню. Я помню, какие были вообще в принципе испытания, но вот конкретные, то есть где чего, я только тот вот с пистолетом понял. А, ну и с предоставленного оружия, да. Все как обычно. То есть условия здесь стандартные, всегда просто дают разные. Из предоставленного оружия. Там же пистик с глушителем был, понимаете, в чем дело? Броник. А какого хера? Да, эти бесконечные аптечки. Здесь. Капец вас, ребят, здесь. Эти мало очень. Перезарядись, блядь!
блять. Вот он просто пиздец, я нажимаю лечить, он вместо этого просто бежит и нихуя не делает. Ай, господи. Ну давай, да, естественно, понятное дело. По стелсу. За это сразу дохуя даю. Я, конечно, больших не могу по стелсу еще вырубать, но тем не менее. Смотрел, что у меня, кажется, гранаты есть. Давай перезаряжайся, блядь. Но не перезаряжайся, но не лечится. Сложнее, гораздо сложнее это было. Там пистолет с глушителем, если что, ты мог пострелять спокойно. Да, он серенький становится, а не цветным. А, пройденный уже. Так, а теперь чем? Ну давай, Давай. Да? Пожалуйста. Вау. Так я даже думаю, пожалуйста, пусть она будет потом. Пусть она будет потом, пожалуйста. Прогрузить еще, конечно, тоже. Ты реально решила вылететь нахуй. Она решила в окно свернуть. Блять.
Что это за бред вообще? А? Да, на машине надо. Какого? Что, блядь? Она уже у меня запущена, долбоебина. Пизда рулям. Я не знаю, записывается это, не записывается. Если что, 15 примерно. Ну назад, блядь. Какого хера он в окно свернулся? Он выскочил, а опять у меня типа этот запуск. Лаунчер. Что, блядь, игра развернута на весь экран, играет? Нет, она весь это взяла, вылетела. Ну это пиздец, ну. Джейсон Броуди. Чё за Джейсон? Блядь, что? Можешь просто загрузить, не надо никакой хуйней страдать. Пожалуйста, просто загрузись. Спасибо. Это сложно будет, потому что они, честно, не особо хотят, чтобы их давили. Вот это точно, насколько пройду, настолько пройду. Чё у меня с интерфейсом? Блять. Ладно, лучше посмотрите мой интерфейс. Да разбейте вы стекло-то уже, что-то шумно. Как будто все настройки слетели. Просто нахуй, я не знаю почему. Да что здесь, стрелять из машины в этой части мы еще не умеем. Вот выбор большой включился, хотя мы вроде как монитор, там не поднял. Монитора компьютера, телевизор не поддерживает, это очень большие разрешения, где играют все меньше. Ну, 1920, 1080. Сейчас посмотрим. Бля, реально? Что, блядь? Что, ёбанарот? Ладно, это не слетело хотя бы. Что? 1020 на 1080. Чё у меня с интерфейсом? Почему? Смотрите, какой маленький радар. Чё случилось? Кош крутецкий, минималистичный. Так, ну так, давайте сохраним, короче говоря. Ну, вроде все нормально. Нихуя не понял, ну ладно. Так, что это такое было? Поехали смотреть дальше. Так, и от нее, ну, в принципе, может, конечно, вот тут. Или вот от этой. Да, я лучше вот от этой. Я вообще, с какого хера она свернулась? С какого хера, что там это? Я не знаю, влет... А-а-а! Но! Как ехать? Не так, ладно. Yeah.
Да или нет? Что-то я... Да. На самом деле, это было мое самое нелюбимое вождение на машине, но даже я его с этим багом и прочим все взял и прошел. Съебись. Я. Ну, как обычно, поехали. А, чешется. Просто там можно только машиной, потому что у тебя нет никакого оружия. О, да, это я помню. На мелкие кусочки. Надо именно фишка в том, чтобы гранаты вот так вот задерживать. Всю пачку сразу. Кто такой умный? Держал. Да все, давай, я понял, что я понял. Эх, а так хорошо шел. Ну ладно. Можешь идти, пожалуйста. Come on.
А что такое напряжение в шее? Сидишь такой. Это классно. Джейсон Борн. Почему не мех? У меня внутри машина. А, вот мех, отлично. Уже вроде что-то Джейсон бродит, Джейсон бродит. Так, Джейсон бродит, Джейсон бродит. Блин, почему их много? Так, поехали тогда в следующую, наверное, вот в эту. На выходе из Бэттауна. Я помню еще две. Но вот где конкретно, ну, в смысле, какая где, я не помню. И, по-моему, сейчас их больше у меня еще осталось. И, по-моему, на втором острове не будет, потому что второй остров там типа нет. Не за нами, поэтому. Вот. А, или я от взрывов. Если другое было. Все подряд просто буду вкачивать и все. Так, поехали. Да? Думаю. На! А, кстати, не такие сложные. То есть они, конечно, классные, но они типа ну ок. Можно больше врагов из потенциального оружия. Это, кстати, нет, я помню три. Дайте мне пушки, чтобы отбить. Ну перезаряжай, блядь. Через раз стреляет, да перезаряжай ты ее, ебаный рот. Здесь, по-моему, меньше, если не по-моему, 300 надо бы. Да казалось бы, из РПГ это проще простого, да? Ага, хуй там. Может, тут еще бочки где-то были, я что-то ни к чему. Ладно. Ну да, 225 надо. Кстати, я буквально, я 225 и заработал. Ну ладно. Я вспомнил еще два. Так, то бишь... Пум-пум, сейчас мы... В смысле? Я не первое место? Ну и ладно. Последний остался. В смысле? А, нет, значит, там тоже есть. Значит, на том острове тоже есть. Да, на том острове тоже есть. Ну, а. Не, ну тогда ладно. А я думал, типа, только нет. А, окей, так, значит, осталось еще два. Тогда еще дохуя. Тогда дохуя еще. Так, зелененький возьмем. Поехали. Ну,
Там за сколько, кстати, сейчас должны дать этот. Вот, за следующий дадут какую-то уникальную игрушку. Я не знаю, что это. Ну, да, ну, это факт. Здорово, пацаны. Говорит, может стоить? Может стоит и сказать, но не знаю. И что же? Что, тоже с друг другом того, да? Так, ну как обычно. Здесь просто не пишут, что именно. Прямое попадание. А, ну да. Боевика, отлично. Офигенный дробовик. Прям очень хорош. Еще вот это где-нибудь сам дробовик бы появился уже, наконец я его купил. Пока что еще там. Я видел, что автомат дали. Пулемет смысл. Плохо, хорошо же у меня катана, а? Бежишь ты. У самой бочки еще есть, нет? Вроде нет. Безглавного нет? Серьезно? Мужик, 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 мужик. Да похуй, в яйца ему и куда, без главного. Это такой дробовик, он, без, он просто как бы разносит в куски видео, поэтому в любом случае без главного нет. Давай. Это прям охуенный дробыш, серьезно. Причем я его распробовал, как ни странно, я когда DLC для четверки проходил, представляете? Не, ну 510 это уже. Да, последний. Нет, еще, ну давай еще. Иди отсюда, не позорься. Успеем? Да. Да ладно, даже еще не так, 650 надо, чтобы был. Ну и ладно. Ну и ладно. Че я в конце концов буду? Я, честно говоря, не особо хочу. Так, бр-бр-бр, ну остался на этом острове вот этот, получается, один, да? Угу. И будет все, еще будет по времени. Ну, в принципе, будет такая небольшая, наверное, серия. Относительно. А, у меня же какая-то новая, это, давай-ка я посмотрю. Потрошитель, да, он хорош, потрошитель хорош. Да, возьмем сразу, чего нет. Да. Пить и поставить вместо вот этого. Так, 2600, у меня пока что нету на тень денег.
так выглядело, как будто я по забору выстрелил и дали опыт за это. МКГ. Этот бельгийский ручной пулемет используется армией США. После выхода войск из Ирака, вывода войск из Ирака, американские военные отправили все неподлежащие восстановлению МКГ на утилизацию на свалки. Разумеется, некоторые предприимчивые владельцы свалок перепродали их торговцам оружием, которые привели пулеметы в рабочее состояние. Спонсор этого сообщения – программа утилизации оружия на черном рынке. Смысл? Какое еще оружие? СПАС-12, да. Этот полуавтоматический дробовик итальянского производства – один из немногих видов оружия, которые попали на остров совершенно законным образом. СПАС-12 использовались частными охранными фирмами, нанятыми горнодобывающей корпорацией, организовывающей добычу полезных ископаемых в 1980-х. Когда компания вылетела в трубу, оказалось дешевле оставить оружие на острове, чем вывозить его обратно. Во. Фу-фу-фу-фу, игра еще. Я не знаю, здесь можно ли взорвать бензоколонку, въехав в нее. Блять, там точно была где-то пауза, короче, я проебал этот момент. Потому что он в один файл не пишет. Я увлекся, проебал, короче. Ай, ладно, пизду, не вылез со мной. Поэтому я там пропадал, наверное, на мгновение. Интересно, что же будет здесь? Что из того, что я думаю, будет здесь? В какой-то веке меня развернуло куда надо. Поехали. Мех. Разруливает. Ну, боюсь, не совсем на 100%, но тем не менее. Убейте как можно больше врагов от разрадного оружия. В яблочко. Он не хочет перезарядить, ему надо плать. Перезарядка, блядь! Оп, он не нажимает перезарядиться. Всегда до этого надо было перезаряжаться. Дай бак какой-то смотреть. Смотрите, снайперская винтовка, блядь, Драгунова и СВД, блядь, и нихуя убить никого из нее невозможно. Целился лучше, блядь. А, блядь.
почему-то нет, до такой степени косой. Посмотрите второй портрай, где есть такой же смотрик, я там всех весьма неплохо погасил. А, блядь, на сегодня больше перезаряжаться, это какой-то бред. Почему только здесь перезаряжаться? Нет, 300, я хуй знает, как здесь 300 набрать. А тогда не помню, кстати, что еще остается, потому что... Что там на следующем-то острове будет? Эффектная засада, прятки, крушитель черепов, повелитель огня. Что, из огнемета будет? Серьезно? Перегрев. Это стационарный пулемет, значит, скорее всего. Яростный стрелок. Вообще хуй знает, что такое. Враждебные болота. Сражительный залп, возможно, из этого пчу-пу-пчу-пчу, вот этого гранатометчика. Так, чего я по деньгам-то? 1225. Так, надо какое-то место найти, где до хера у этих алмазных ящиков. Немножко их облутать. А, кстати, во, я прям здесь, я вот это вот заберем сначала. Я прям вот... Кстати, не так уж много осталось. Так. Я просто еще пистик сразу прикупить. Ну, допустим, вот здесь много. Сейчас это сходим, все это заберем. Будем на этом тогда, на сегодня. Финита. Продадим, если что у меня есть. Так, а это сколько там стоит? 2600. Ты что ж такое? Хуйня, конечно, творится. В общем, вот такие примерно испытания. А, вот эти синих листьев можно по нам разбить. Так, что, такой один? Странное такое впечатление, как будто я сюда уже заходил и этих, ну, типа в прошлый раз все понасобрал. Вот на этом сегодня, когда и все, пусть она чуть поменьше, ну, да. Не сильно, но поменьше. Это что такое сейчас было? Ты по что убилась, животное? Капец. Бежал олень, взял и утопился нахер в такой жизни. Смешно, блядь, олень утопился. Ай, бля, оборжаться. Ладно, все. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы. Акула, иди покушай, он там Олежка валяется. Только шкуру снял, остальное можешь съесть. На канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, Роза Процессии, Cup of Crypt. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео. Прям реально говорю вам, не шучу.
А было прикольно, кстати, если вот звери, допустим, бегают около кромки воды, акулу может, допустим, выскочить, хватит и утащить в воду. Вот такого ни в одном фарке нету. Все, всем пока.